Здравствуйте, дорогие мои. Какая женская обувь на лето модна в 2024 году? Это босоножки и туфли, кроссовки и кеды, вьетнамки, балетки, мюли, слингбеки. Напишите ваш комментарий, чтобы видео посмотрело как можно больше людей. Это важно для нас, что вдохновляет на выпуск нового видео. Заранее спасибо. Пора обновлять коллекцию летней обуви и надевать самые модные пары. С ними вы всегда будете в центре внимания. Обувь на летний период разнообразна в наших широтах, поскольку сезон противоречив в плане погоды. Наш гардероб переполнен и кроссовками, и закрытыми туфлями, и легкими босоножками, выход которых мы с нетерпением ждем. При выборе босоножек отдайте предпочтение актуальным цветам – красному, черному, белому, золотистому и серебристому. Босоножки – стильная, современная, элегантная и очень женственная обувь. Они отлично подходят для повседневных выходов в погожий день, делового костюма и вечерних нарядов. Удобная подошва и несколько ремешков сразу же меняют настроение, поэтому, покупая очередную пару, вряд ли стоит экономить. Летняя обувь – не только красота, но и комфорт для ваших ног. Понравилось видео? Поставьте лайк и подписывайтесь на канал.